когда ты сидишь, у тебя все есть, тебе родители купили компьютер, дали карманных денег на пиво, ты не будешь еще добиваться. А сейчас детям и молодежи нужны деньги, куда он не пойдет. Ограниченность их возможностей диктует многие их заблуждения. Со сколькими я бы не разговаривал, поэзию не знает вообще никто. Да и искусство кто мало знает. Может, стало меньше мечтателей, но, на мой взгляд, сейчас как-то материальные ценности, они превалируют. Хочешь, не хочешь, придется крутиться, придется работать. Много, конечно, распущенности, много нецеленаправленности. Но сейчас дети стали расчетливее, они стали как-то пожестче, мне так кажется. А пока, извините, мойте посуду в Макдональдсе, развивайтесь, работайте. У нас сейчас никто не хочет трудиться. И, конечно, интернет, он виновник всего. Но от воспитания зависит, ну, все. Если ты ребенка держишь, если ты ребенка стараешься держать в рамках, если ты стараешься ему привить принципы какие-то, даже через «не могу», то все будет в порядке. Молодежная политика – это патриотизм, это ценности, это фундаментальные основы. Везде, в любом поколении есть и хорошее, и плохое, где-то больше, где-то меньше. Ну, а как, на самом деле, мы увидим через время, когда они подрастут.